Ну чё, пацаны, всем здорово, у нас сейчас вечер. Да, на баланс не смотрите на наш, потому что я много чего закупил, как вы помните, в прошлой серии. Кстати, ребята, напишите, кто играл в эту игру. Здесь бывают кражи. Потому что или, ребята, у нас вся канистра вытекла, пока я ездил вот с этим шлангом. Надо было шланг не выкручивать. Скорее всего, да, это была фатальная ошибка. Либо у нас кто-то спионерил топливо. Так, это магнитик нам пока не нужен. Сейчас возьмем пару канистр. Собираем побольше магнитика и вперед. Так что, ребята, кто знает, пишите в комментариях, есть ли здесь возможность что-то кому-то украсть у нас. И знаешь, что я подумал? Надо было на зиму эту всю технику убрать. Так сказать, переместить. Да. Я уже сегодня немножко подготовил, ребятки. Немножко покопал нашим травмированным экскаватором. Сейчас немножко в бульдозер нальем топливо, чтобы там было. Там что-то булькало, так сказать. Смотрите, это как у меня круто получилось. Я сейчас спустился аккуратненько на бульдозере. Сейчас будем передвигаться. Такими мелкими-мелкими капками ехать. Потом загонять туда бульдозер. Ну, это я в моменте записи вам все покажу, когда это все сделаю. То есть, когда я перееду вот сюда, наверное. Вот до этого отметки мы переедем. Ну, когда мне уже копать негде будет, я включу запись и покажу все так, как я делал. А пока, ребята, я смысла не вижу это записывать. У нас экскаватор. Четырехзубый. Два зуба надо купить будет, а то я потом на съезжу докуплю, потому что надо будет съездить. А где, кстати, машина-то у нас? Так, а где машина? А, машина у нас вон там, наверное, стоит. Точно. Вот, тут я все уже подключил, поскольку у меня опять провода куда-то все исчезли. У меня не запитаны остальные эти. Здесь у меня свет идет на промывочный. Тоже чумного, да? Блин. Пока выключу-ка ее. Нам надо сейчас топливо беречь. И воду, кстати, тоже. Топливо беречь, потому что вы видели, что у нас с вами. Вот у нас. Интересно, на эту. Ну-ка, подожди, давайте посмотрим. У нас, в принципе, ребятки, мы уже подходим. Так, видите, у нас экскаватор помечен красным, потому что он сломан. Журнал, по-моему, да, это нам надо. Ну да. Мы, в принципе, с вами уже подходим к этой зоне. Точнее, мы это уже все с вами сделали. Вот, да. А что я хотел? Подождите, посмотреть-то. Уже забыл. А, ну вот видите, фильтр. К ней идет фильтр. Значит, фильтр можно подсоединить. Так что нам надо фильтр подсоединить, чтобы у нас тот фильтр не портился. Значит, потом поедем покупать вот это. Вот этот у нас уже есть. В принципе, брал эти хоботы, не будем покупать. Нам, значит, по сути, только вот эту фигню купить. Вот эту фигню. Значит, вот это... Господи, сейчас я секунду. Так, значит, это будем покупать потом с вами вот это. Короче, вот эту вещь купим, потом вот это. Наверное, все нам деньги нужны, ребят, но денег мало. 4 ведра. Система грохота. Ну, здесь можно будет не покупать обычный. У нас есть, в принципе, купим 2 тогда еще потом. 12
6 решеток, где все пишется, так-то что надо? Только вот здесь непонятно, ну что? Они хотя бы были бы нарисованы. Ну ладно, посмотрим, что-то купим. Ну, пока нам надо деньги фармить, ребята. А, в принципе, 13 единиц золота. Блин, так, где у нас бочка? Где у нас машина, где у нас бочка? Бочка с топливом у нас, по-моему, в ангаре стоит. Короче, на зиму это все это будем убирать. Я думаю, можно это выставить тогда, в принципе, сюда. Опа. Потому что у нас сейчас с вами топлива мало. Его нам беречь, конечно. Я думаю, сейчас мы тогда часами ее обсушим полностью. Да, давайте-ка ее высосим. Я жду. Большой бак сейчас высушим с вами. Ну что, я в задницу. И как отсюда выехать теперь? Блин, надо было этот магнитик сначала вытащить, она. Не, все, выехали. Конечно, уже раз 50 сломали бы в реальности так. Ладно, мы все равно потом поправим экскаватором. Это все добро. То есть, в смысле? Мы ее потом на место поставим, конечно. Вот сюда, на эту площадку, так. Угу. Я думаю, у нас еще немножко-то литров, там пару галлонов останется. Так что, в принципе, это не смертельно. А, так смотрите-ка, у нас еще пару галлонов-то останется. А 19 галлонов осталось, то всего лишь. Пшу. Даже 18. Сейчас поедем все прозаправим. Короче. Угу. Ну ладно, ребята, это все буду сейчас делать за кадром, наверное. Эти раскопки, шмокопки. Это сейчас за. О, господи, 16 галлонов осталось. Что такое? Нормально. Все, у нас все заправлено. Ладно, совсем уже его усасывать не будем, чтобы там хоть что-то было. Поехали заправлять нашу технику. Давайте с самой мелкой тогда начнем. Нет, еще хватит. Я не вижу смысла, ребята, сейчас было, конечно, покупать этот огромный насос. И он, наверное, пока не. В принципе, он быстро качает вроде бы. Так, что у нас здесь? Здесь, ну стоп, стой, назад. Здесь, стоп. Ну и куда мы по... Не затянемся, собака, сейчас. Дотянулся. Хорошо. Он так, конечно, опасно. Мы его можем порвать просто на все. Так, отлично. Да, и машина хорошо еще не упала. Теперь нам надо туда ехать. Потому что я буду пользоваться сейчас еще с бульдозером. Экскаватор у нас наполовину целый. Сейчас дождусь вечера, ребята.
Посмотрю, сколько унций золота будет. Сейчас в сохраненке у нас, так сказать, да? И бульдозер сейчас заправим заодно. Это сюда тогда подберем. Семьдесят головного сюда осталось. Так, пока. А смотри, смысл. А, я его на пол положил. В смысле? Ого! И еще сюда. Да, такой, конечно, растяжка, это очень опасно, я так думаю. Заправлять технику. Может, тросик может лопнуть? Ну, шланг это, да? Ну ладно, ребята, давайте все заправил на записи. И ухожу на заглушку. Ну, на паузу, так сказать, уйду. Давайте канистры заодно что-нибудь заправим. А то у меня тогда и топлива мало было, и в канистре чуть-чуть там совсем не булькало. Короче, думаю, одну здесь оставить пока, да? Так, может быть вообще так, надо продумать его поставить, конечно, чтобы он не мешал. Давайте его здесь сюда оставим. Возле бульдозера. Угу. Ну все. Ну ладно, ребята, я, наверное, сейчас буду пока. Да, блин, надо будет подождать, посмотрим так. Ладно, буду пока накапывать, так что, ребята, увидимся уже скоро. Так что давайте. Ну что, ребята, я, короче, покопал, 24 унца накопал. Сейчас поеду, уехал, значит, чуть-чуть магнитик продам. Видите, у нас какашки остались такие, да? Теперь прыгаем вот в этот прекрасный бульдозер. Заводим его. Снимаем его с ручничка. Разворачиваемся. Здесь, конечно, глубоковато, наверное, будет заезд там. Ну, ничего, заедем. Заезжаем туда аккуратненько. Да, глубоковато немножко получилось. Вам сейчас не застрять здесь. Просто берем и поехали. Все, что ли? Блин, так, ладно. Сейчас еще прокатим, протолкать попробуем. А, вот это как-то нам столкнуть туда бы. Ну. А, еще же мало, точно. Если мне что-то догнать. Вот я равнял всю эту часть. Так, давайте поднимем нож. Давай сейчас немножко тоже подровняем, что ли. А, здесь перепад образовался. Ну, чуть-чуть выбор, чем там копнул я. Блин, я на этих бурахах, конечно, застреваю, надо бы...
пошло, туда бы нам проехать-то. Сейчас пробуем вот этот толкнуть. О, упал туда, оп. О, отлично. Так, я немножко в направлениях путаюсь, конечно. Так, еще чуть-чуть вот это, да, чуть пониже. Вот, отлично. А потихонечку ехать просто. Ну, не все сразу, потихонечку так, оп. Так что, ребята, вот так вот сейчас потихонечку это все выровняю. Как видите, у нас уже золота много. Я вам показал, как это все примерно делал. Просто здесь надолго это все. Сейчас у нас место здесь и развернуться, в принципе, немножко. Так что я думаю, сейчас потихонечку. Давай, давай, чуть-чуть, ну, давай, давай, все, хорош. Так что, ребята, это круто, круто. Чтоб немножко еще не развало сидеть. Да что-то еще ниже, что ли? А, нормально, подбираю. Смотри, как у нас с вами ровная практически площадочка здесь вышла. Здесь, конечно, надо подровнять бы еще местами. Ой, что-то я тут зарылся немножко. На, сюда песочку на тебе там. Тут бырочек засыпаем как-то. Так, 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 так. Это я петушек себе сделал для копания, конечно. Нет. Надеюсь, там можем здесь глубже протолкать. Надо было чуть-чуть протолкать, конечно, эту всю землю. Чтоб у нас вот туда все выровнять. Сейчас прям вот этим отвалом. А если поглубже он кожник, если мы так будем, нет. Просто нам поэтому уже с песку лезть чуть-чуть. Мы здесь выровняем площадку, более ровную сделаем. С вами здесь более-менее нормально, комфортно было работать. И вот смотрите, как ребята, мы за минут 20-30 все это сделали с вами. И нам сейчас будет сам тут комфортно копать.
ношу поднимать, когда не видишь, ну, задним ходом, когда едем. Фу-фу-фу. Так, здесь что мы имеем? Здесь бы, конечно, надо было углубить, конечно, ну, ладно. Такой контейнер. Я почему-то не стал эти ямы, ну, вот эти убирать, вот эти вещи, чтобы нам удобнее было работать. Хотя можно было бы... Ох ты, ничего, смотрите, здесь стопудово золотой песок, здесь золотая жила, ребята, походя, а мы нашли золотую жилу с вами. Нам и свои свечи с подровняем немножко. Чтобы был заезд удобный, надо как-то его сделать, конечно. Ну ладно, такой мини-неудобный заездик сделаем сейчас. Так, что забыл, что чуть-чуть по них хотя бы его. Ну что, сейчас мы... О, что, нет, не заглушил. Сейчас мы вот так сделаем. Чтоб у нас здесь вообще все ровненько было, да? Упс. А, ну можно, кстати, знать, что сделать. Я так думаю, мы можем... А ну подожди, сейчас мы здесь... Там мы не будем делать, а вот здесь мы сейчас сделаем. В принципе, можно же бульдозером вот так вот взять. Чуть-чуть подъехать, уплотнить, вот так вот, смотрите. Можно уплотнить, оп. Сейчас сюда протащим. О, кстати, ребята, мы сейчас выезд сделаем, все, отлично. Сейчас мы вот так вот сделаем выезд наш. Точнее, не выезд, а заезд. Во, ребята, круто, круто. Кто хочет продолжение, пишите в комментариях. Чтоб мы... Не, у меня цель, ребята, такая. Цели. Подождите, а что у меня... А, я продал уже, точно. Я же продал, ребята, этот шланг. Короче, один. Ну, давай, дай, ты сможешь, я в тебе верю, буду я. Немножко криво поехали, но ничего. У нас поровнее была борозда здесь. Блин, не зря я бульдозер купил, ребята. Вообще не зря. Так что экскаватор плюс бульдозер — это тема. И только не будут в направлениях, ребята. Это такая тема. Так что, ребята, лайки, подписочки, комментарии. Сейчас это... На записи решил поровнять, чтобы вам просто показать, как это удобно становится с бульдозером работать. Вообще удобно. Короче, на зиму будем технику прятать в ангарах специальных. Наверное, здесь есть ангары. Ну, как бы ангары. Вот. А на лето все вытаскивать из ангаров из этих. Немножко не хочет толкаться, нам приходится немножко вперед-назад ездить. Так, кстати, разгончик давать ему. Оп. Еще немножко. Чуть-чуть. Так. Все, ладно, будем считать ровненько. Ну, я думаю, сейчас я зря так делаю, конечно. Зато у нас площадка какая огроменная. Надо будет потом этот холмик убрать. Вот, я все, наверное, за кадром сделаю, ребята. Потому что это все, если я буду сейчас на записи это равнять, это очень долго будет. И вам, наверное, не интересно. Да, еще хуже сделано, ну она.
Ладно, если что, экскаватор-то съедет. Вот насчет машины я сомневаюсь, съедем на ней. Мы там не проедем, наверное, да? Но я думаю, мы сейчас заберемся и спуск такой более плавный сделаем. И мы заберемся с этой стороны, чтобы нам не объезжать весь прииск на этом экскаваторе, то на бульдозере. Здесь у нас будет как раз и выезд нормальный. Что вдруг туда как раз выезд есть. Ну все, сейчас надо забраться, короче, на нем сюда. Спустить немножко пониже, сделать спуск наш. И все, и заезжаем сюда и копаем по новой. Опять бульдозер, опять все разравниваем. Все, углубляем эту позицию глубже. Будем до сюда вот глубже. До самых камней доходить. Как до камней доходим, все, бульдозер не нужен будет. Главное сейчас забраться сюда. А, в принципе, бульдозер-то заберется. Вот таким макаром еще. Так, что-то бульдозер у нас не хочет забираться уже. Крутой подъем, что у нас разгончика. Чем мешает, все поднято. А все поднято само все. Ну ты что, давай, давай. Перейдем к су. Да, все поднято. Ну давай, родной, ну. Не вынуждай меня ехать в обход. А мы сейчас туда протолкаем, точно. Возьмем нож чуть-чуть. Он же будет брать так, да? Ой. Была ошибка. Ой. Ладно, там мы этим уберем. Да, походу я глобальную фатальную ошибку сделал. Сказала нам карта. Установить. Ну все, нам в принципе это и надо. А, наряд, встретимся уже после паузы. Думаю, ну давай сейчас еще. Все-таки надо съезд нормально сделать, нам там что-то закосячили со съездом-то вообще. Технику туда не загнать будешь сейчас. Объезжать слишком много. Да блин, еще хуже делаем, ну. Да. Нафиг я с бугур сделал. Mm-hmm.
На экскаватор-то я знаю, что мы сейчас едем, наверное. И то под сомнением. Не спрыгнет. Хорошо, отлично. Экскаватор все заехал. Ну, отлично, вообще у нас все отлично. Что-то по бокам совсем мало. Сейчас можно просеивать, все заехал с машиной. Да, мы здесь примерно вот здесь становимся. Пусть что ли? Блин, обидно. Ладно, если что, на машине мы тогда там заедем, да? В принципе, нормально, мы что туда заедем, так что порт копать ничего не будем здесь. Все. Тогда бульдозер мы, наверное, сюда поставим. Я, наверное, сейчас тогда что, съезжу. Продам немножко. Посмотрим, что у нас там есть, что нет. Съезжу, продам немножко магнетита, золота и так далее. Ну, в принципе, теперь у нас есть место для работы. Вот эта площадка. Сейчас мы сюда я все сюда перевезу за кадром, конечно, а вот это все будем аккуратненько. Поэтому вот котлован, но вы можете ездить. Опять убью, блядь. Конечно, это чревато. Мы потом как-то до вопрос будем добираться. Ну я, короче, еще мы сделаем. Мы, наверное, будем углубляться и удаляться. Углубляться по чуть-чуть и удаляться туда, как бы ехать больше. Видишь? Я думаю, на этой площадке я поставлю. Просил еще машину, а сам экскаватор я на нем повыше поставил, чтобы было удобно копать. Так что лайки, подписочки, ребята. Ну, я поехал делами заниматься. Да, здесь, конечно, накопал. Ну ладно, давайте пока паузу сделаем. Давайте сейчас посмотрим, что с водой. Сколько это обходит. Ну, в принципе, все можно гасить. Ладно, все, я сейчас выключу помпу, куплю кнопки генератора и так далее. И будем потихонечку улучшать нашу промывку. Ребята, давайте. У меня тут ряда баг случилось, с выдачей случилось. Это я бульдозером с этой столкнулся, короче, тачкой. Нормально, лайк, подписка. Ну что, пацаны, ремонтируем наш генератор. Кнопочка в руки. Что еще сделать? Ничего. И поставил. Помпа работает хорошо. Я тут, видите, сколько много запчастей купил. Надо было их 13-20 штук купить, наверное, дешевые, в принципе. Это просто опускать, ладно. Можно и с той кнопки. А если мне... Не, мы то, что вот подключено, пока сделаем. А остальные пока, наверное, давайте сложим... Или давайте поставим, чтобы все было на месте. Чтобы у нас не было вот этой шестеренки сломанной. Как видите, я еще зубов купил много. Я их убил 10 штук. Два используем сейчас. Но тут у нас ничего не причина, поэтому он не будет ничего делать. Вот, купил фильтр, съездил. Немножко золота продал, магнетиты чуть-чуть продал. Так что, так, здесь все. Ну, еще осталось 4 штучки. Должно быть 4, эх, потому что 10 штук покупал.
Ну, ты как раз три. Должно быть. Это третья потерялась, нам будет найти сейчас ее. Ну все. Так, вот, давайте сейчас посмотрим. Так, зубы сюда пока. Потому что я точно покупал. Че, я не купил, что ли, ее? Может, купил за пинок куда-то, конечно, это может быть в этой игре. Иначе, подальше, чтобы борт не закроется. А, вот она. Повисла в воздухе. И последняя осталась кнопочка. Так, все, генератор мы вылечили, слава богу. Все. Что здесь за значки, что он как бы сломан? Я не знаю, вроде все починили. Эти кнопки вроде не ломаются. Да, они все прокликиваются. То есть они не вынимаются, все готово. Так, генератор мы починили. Хорошо. Так, поехали к помпе тогда сейчас. Сколько к помпе сюда вот. Да опять ты. Что тебе не имеется, дверь-то закрыл. Так, ну-ка, интересно, оденется, нет на эту. И как его одевать? Ладно. Пусть будет запасным, мало ли что. Просто надо будет еще раз посмотреть, там может быть есть какой-то большой нос. Просто вот так вот нам, конечно, не хотелось бы, чтобы у нас выкачивалась вода. Потому что там может мусор, ветки попасть и, так сказать, забить нам весь насос. Теперь едем сюда. Я уже все чуть-чуть приготовил. Вон она. Все пусть стоит тогда с ведрами. Шкуф. Два зуба всего ж поставить надо. Один вот сюда. Тут у нас 8 зубов осталось, в принципе. Все. Починили, хорошо. Кстати, я смотрел, ребята, тут как-то что-то какую-то крутину делают. Давайте мы с вами попробуем. Где-то можно обижать, я так думаю. О, нет. А, во. Так, давайте слезем сейчас с вами на эту вышку. Так. Уи, пф. Что-то я помню, костер я здесь видел, кстати.
Вон он. Ну. Нет, не он. А где увидел? Подожди. А, давайте заглушим пока. Точнее, не заглушим. Блять, выспал. Блин, выспался, муж. Стой, 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 стой. А вон нам туда что надо ехать. Так, ну все, экскаватор готов. Все это я буду за кадром копать, ребятки. Так что не переживайте. Так, свет, я думаю, поближе перенесу сейчас, если получится. Вообще идеально, здесь будет все видно. Надо будет потом докупить кое-что, я, блин. У нас есть еще один такой. Что ты? Вот писит этот цвет не поставишь как надо, ну. Во, ну ладно, пусть так хотя бы, да? Так, пошлите костер искать. Так что, ребята, лайки, подписочки. Да, вы все знаете. Вот сюда надо, короче, подключить. Еще все лампы сюда подключить, как вы помните. Уже, кстати, ребята, я подкупил оборудование вот для этого местности. Так, ну, как прикупил заказ, ну, приготовился к заказу, так сказать. Короче, зиму мы будем зимовать в теплом уютном отеле. Где-то я помню, костер был. Отдельный такой. Можно вот, конечно, пробовать. А как его взять? А, там должна быть, она точно ешка появится, так. А, вон, господи. Вот он же костер. Помнишь, где это был? О. Оп. У нас теперь будет личный сторож. Да? Так что, наверное, буду копать. С вами пока не прощаюсь.